Электронные устройства активно вытесняют привычные вещи. Даже блокнот тоже есть в электронной версии. Выясним, чем интересен этот гаджет, в каких случаях пригодится и действительно ли он может заменить обычный бумажный блокнот. Электронный блокнот – это вот такой планшет с черно-матовым экраном. Если говорить характеристиками из мира мониторов, то у блокнота отличные углы обзора, но нет подсветки. В темноте ничего не разобрать, зато чем светлее и солнечнее, тем лучше видно записанное. Кстати, из-за отсутствия подсветки в плане мерцания экран абсолютно безопасен. В комплекте идет специальный карандаш-стилус, на него экран и реагирует. На любой другой твердый предмет экран тоже откликается, а вот рисовать чем-то мягким, например, пальцем или рукой, не получится. Большинство экранов монохромные, но бывают и цветные. Почти. Эта радуга просто распределена по всему экрану, а изменить цвет или как-то его настроить нельзя. И зачем же нужна эта штука? Например, для быстрых заметок и набросков от руки здесь и сейчас. Что-то зарисовать в творческой мастерской. Столярный. Или просто на рабочем месте. На кухне блокнот пригодится, чтобы записать срок годности для некоторых продуктов. Тут же удобно оставлять мотивирующие заметки для себя и своих близких или приятные послания к завтраку. Но больше всего электронный блокнот подойдет тем, кто любит рисовать – детям. Ведь это условно бесконечная бумага и карандаш. Если что-то не получается, можно начать заново. Электронный блокнот удобно брать в поездке, а карандашом не получится что-то испачкать. В плане использования электронный блокнот не сильно отличается от обычного. Достаем комплектный стилус и начинаем. На блокноте ничего нажимать не нужно, он всегда готов к работе. Но если он постоянно включен, значит быстро разряжается батарея? Нет, это не так. В блокноте установлена вот такая маленькая плоская батарейка, но задействуется она только при нажатии на кнопку сброса изображения. Все остальное время блокнот продолжает выполнять свои функции. Можно даже батарейку вытащить и рисовать. Единственное неудобство – отменить последние действия или частично стереть ошибку не получится. Таких функций нет, только полный сброс к чистому листу. Зато в большинстве моделей есть защита от стирания в виде вот такого переключателя. Электронный блокнот – вещь простая и автономная, сама по себе. К ПК или смартфону подключить блокнот не получится. Ну а цифровать изображение с экрана все-таки можно. С помощью смартфона и специального приложения сканируется изображение с блокнота. Оп, и цифровая копия уже в галерее. Приложение далеко не всегда поставляется с блокнотом, но можно использовать обычный телефонный сканер для документов. Таких приложений довольно много, можно выбрать любое и оцифровать записи с блокнота. Будет полезно, если нужно взять с холодильника список покупок, запечатлеть рисунок ребенка или заметку с рабочего стола. Электронный блокнот – относительно недорогое и безопасное устройство. Лучше ли он обычной бумаги и цветных карандашей? Нет, он просто другой. Если вы или ваши дети любите рисовать, это неплохой вариант для развлечения, особенно в длительных поездках или на отдыхе. А также в роли доски для записи на холодильник или вместо канцелярских стикеров на рабочий стол. Пока!